Всем привет, ребята! В этом видео расскажу вам, как построить автоматическую ферму арбузов, ну или тыкв, кому как удобнее. Но в отличие от предыдущего видео, где я это все делал при помощи мода Industrial Craft 2 Experimental, и там был автосадовник и сборщик урожая, здесь все делается как бы за счет, скажем, нативных ресурсов самой игры. То есть представим, что игра без всяких модов. И все вот эти вот блоки, все предметы, они оригинальные, есть в оригинальной игре. Скажу сразу, эта ферма очень дорогая и очень малопроизводительная. Но с этим ничего не поделаешь. Зато полностью автоматизированная, как в Industrial Craft. Зачем это нужно? Ну, на некоторых серверах, типа там Турбоежика и прочих, дольки арбузов служат, ну, чем-то вроде валюты. И за них можно там получать другую валюту или там покупать предметы. Я там давно не играл, даже, кстати, не знаю, есть ли на турбоежике повторители, не запрещены они там или, ну, короче, неважно. Заранее извиняюсь перед теми игроками, кто посмотрит видео и не сможет такую ферму на турбоежике построить, просто играл там уже очень давно и уже не помню, как там все сделано. Давайте рассмотрим сначала принцип работы. Вот у нас имеется в начале каждого, скажем так, модуля источник сигнала красного камня, это красный факел, он подает сигнал на повторитель. О, вот видели, как раз сейчас увидели, как он работает. Дело в том, что в Майнкрафте все блоки делятся на блоки, проводящие сигнал красного камня, и не проводящие. То есть, к примеру, стекло его не проводит, а вот арбуз является проводящим. То есть, когда здесь возникнет арбуз, вырастет, сигнал замкнется, пойдет дальше по красной пыли на следующий повторитель, и земля на проводящим блоком является, пойдет на землю, с земли на поршень, и поршень будет выдвинут и сломает арбуз, после чего дольки будут собраны в эти воронки. Но они не всегда собираются, иногда они промахиваются, но с этим ничего не поделаешь. Значит, обязательно нужно выставить вот этот вот повторитель на максимальную величину задержки. Если этого не сделать, поставить на минимум, то я сейчас покажу, что произойдет. Видите, произошло отклеивание блока. Это потому, что сигнал красного камня пропал до того, как поршень успел задвинуться. И в таком случае, по механике игры, происходит отклеивание блока, который был прикреплен к поршню. Поэтому обязательно нужно будет поставить задержку на максимум. В принципе, можно построить так несколько ярусов, но для демонстрации я смысла не вижу. Вот тут как бы часть не попала в воронку, часть попала. Вот мы видим, что тут есть. В принципе, ну, не знаю, если вот где-то находиться недалеко от фермы, там заниматься своими делами, то я думаю, какое-то количество урожая там в час она приносить будет. Или там какой-то там автокликер, или там бота можно поставить на ночь, чтобы вас там не кикнуло с сервера за АФК. Я думаю, что-то без усилий собрать тоже получится. Ах, да, и еще кое-что обязательно. Вот это вот все нужно строить в одном чанке. Особенно, если вы играете на чужом сервере, не на своем, потому что если вы построите это в разных чанках, там, возможно, рассинхронизация, механизм не сработает или сработает неправильно, или вообще заглючит. Поэтому все обязательно, вот заранее смотрите, включайте F9, смотрите, стройте это все в одном чанке. В принципе, на этом, ребята, все. Всем спасибо, всем удачи, подписывайтесь на канал.